Ребят, всем еще привет. Еще раз. Ну что, братишка мой, хозяин аккаунта бывший. Ну, нынешний мы вдвоем играем. Сам Джага-Джага. Проспонсировал меня опять пути доблести. Спасибо ему за это, ребята. Очень спасибо. Хороший человек. Так, ну что, хочу попробовать при вас это все открыть. Посмотрите, смотрите. Так, два пути доблести. Давайте зайдем и посмотрим. Так, ну что, начнем, наверное, путь доблести вот здесь, да? Награды. Ну что, получаем все. И смотрим. Так. Награды за достижения. Так. Так. Вот так. Так. Поехала. Так, получить, так, получить, получить, получить. Так, ребята, монетки сыпятся, все сыпется. Ай, на-не-на-не. Так, так, так. Ой-ой-ой, карманы рвутся. Ой, Марк Алексеевич, ой. Что бы я без него делал? Ой, братишка, только ты поддерживаешь на плаву мою игру, а? Кстати, ребята, под роликом в описании оставлю ссылочку на канал Джаги-Джаги. Он играет хорошую игрушку новую, стримит. Очень много там людей играет. Посмотрите, гляньте, получите впечатление, может вам понравится. Я бы с удовольствием пришел бы тоже туда играть, но... Просто я знаю, я такой человек, если я зайду в ту игру, то с этой придется распрощаться. А кому интересно, зайдите по ссылке в описании, поглядите. Я думаю, большинству из вас всем понравится. Так что так, ну что, дальше продолжаем. Так, путь великанов. Ну, поехали. О, думает. Окей. Так, что тут у нас? Угу. Склянки, банки. Клянки, банки. Ага. Так, так, так. Так, так, так. Так, получить. Альфа-эфирки. Получить. Получить. Получаем, получаем. Так. Так. Угу. Угу. Да, буст хороший, хороший буст. Так, побыстрее давайте. Отлично. Вот так вот, ребятки, закрыли мы два пути доблести. Я после закрытия еще, наверное, дополнительных сундуков и там, и тут по 6 штук открыл. Ну, там в допах мало что дают, но... Так, ну смотрим, что у нас. Ну, неплохо. Неплохо. Так, давайте в это же видео я сейчас закину, знаете что, ребята, мы сейчас сделаем. Мы крутанем. Так, а что у нас тут, погоди, у нас тут сколько монет? О, смотрите, мы можем здесь сделать. Нет, давайте я добью, чтобы 4 призыва было. И потом 4 призыва крутанем, крутанем. Единственное, что давайте вот новогодний вот здесь покрутим, да? Вот, не знаю, с кого тут только начать. Давайте вот с Джинджер призовем. Так. Бамс. Ого. Ага. Так, давайте дальше. О, такой потешный дед, веселый. Это 1 января, наверное, да? Вот у нас такие рожи. И. Так, азар. Хорошо. Так. Не отказался бы вот от этой четверочки бы. Не отказался бы. Анджа, ну, сплоскал. Понятно. Так, вот от этой троечки бы я тоже не отказался бы, на самом деле. Хоть она очень медленная, но... Так, ну, Холли, конечно. А вот и ГМ. Спасибо за ГМа. Спасибо, ребятки. Так, ну, в принципе,
Неплохо, неплохо. Так, ну что, ребят, теперь мы крутанем еще, знаете, что сделаем? Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец, давайте мы крутанем вот так, у нас тут так 13 призывов, давайте мы, так, где наш альфа-комбо, давайте с него X9, поехали. Ну, удиви. Так, эпическая. Хорошо, эпическая, отлично. Легендарная, отлично. Так, редкая. Редкая. Вот желтых их мне, конечно, нужно побольше. Очень много желтых героев, которых надо сломать. Так, редкая. Ну, альфа-комбо-то будет какой-нибудь. Ну. Так, ну смотрим, что у нас тут. Ну, у нас есть эфир огня третьего уровня, инструктор. Ну, в принципе, неплохо. Так, и давайте докрутим вручную. Получить. И 4 призыва мы так крутанем. Поехали. И раз, эпическая. Шикарно. И давайте ставим крестики. Ага, редкая. Ну, неплохо. Давайте еще. 2 призыва. Бам. Эпическая. Шикарно. Так, еще призывчик один. И опа-на, редкая. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Ну что, ребятки, сейчас я добью я вот здесь монеток, пойду немножко, в принципе, и мы сейчас продолжим. Я не прощаюсь с вами, так что скоро буду. Так, ну что, ребятки, дофармил я 4 призыва. Что, давайте попробуем крутануть, да? Хотелось бы таун здесь, конечно, вытащить. Ну, вчера, если вы посмотрели мои призывы тут, я вытащил 2 топовых. 2 топовые карты. Хотел бы сегодня повторить это. О, да ты что? Давайте 3-й призыв. Так, ну и 4-й, заключительный. Ну да, 2 вчера вытащил, сегодня уже не дадут. Так, откроем сундучок. О, телескоп. А это уже неплохо. Неплохо. Ну что, ребятки, что вам сказать? Что вам сказать? Что вам сказать? В принципе, неплохо. В принципе, совсем неплохо. Призыв, конечно, ну, меня вчера порадовал. Ой, самое главное, пути доблести закрыл, расходку получил, будем жить теперь до следующего месяца, нам все хватит. А так, всем в праздничном настроении, ребята, тепла, доброты, не забывайте подписываться, лайкать, оставлять свои комментарии, да, и ссылочку на описание игры, в которой играет сам Джага Джага. Я оставлю в описании. Посмотрите, вам понравится. Всем пока-пока.